Всем привет-привет, дорогие мои! С вами Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами поговорим об новой уникальной линейке. Она, конечно, уже не совсем новая. Это, получается, новинка каталога 16-2021, который действует до 21.11. Не забывайте, что только до 21.11 можно войти в акцию New Level. Не забывайте про это. Вот, потом уже будет поздно. Итак, смотрите, что я нашла для себя в дом. Это невероятно. Я это всегда очень ценила, очень уважала, я это всегда очень любила. И, конечно, когда появились ароматические диффузоры с палочками, я была просто в огромном шоке. Я единственное, что, ну вот знаете, загадывала так про себя, хоть бы вкусно, хоть бы вкусно, хоть бы классно, хоть бы, понимаете? И когда я их все открыла, все поставила, я поняла, что это мое, кроме, по-моему, позитива. Угу. Нет, позитив тоже прикольный, там что-то такое немножечко с... Так, позитив, 10.59. Там в составе, в позитиве идут что-то, какие-то цитрусы немножко. Да, вот тут идет Energy, какая-то тоже свежесть приятная. Релакс, он идет... тоже нежный, приятный, прям нежный, приятный. И антистресс, ну, это мой самый любимый, что-то такое слегка сладковатое. В общем, ароматы все свежие, приятные, они не пахнут маслами, как вот, маслами, вернее, да, как вот мы привыкли, да. Основа, хотя тут идет растительного происхождения, не содержит спирта, яркий аромат до 3 месяцев, вот, но... Это особо мне, ну, особо мне ни о чем не говорит. Вот, вот они такие красивые. Они приходят в такой вот упаковке, то есть она вот так закрыта была, вы ее расклеиваете, и вот они такие классные, вы открываете и туда вставляете палочки. Палочки, значит, к ним присоединяются автоматически артикул 10.074, не знаю, нужно, не нужно говорить на них артикул, потому что они за 28 рублей падают в корзину, так же, как каталог. Купили, если ароматический диффузор, будьте добры купить палочки, потому что, ну, без палочек, ну как? Сейчас они такие, знаете, слегка влажноватые, да, они напитались, они источают просто шикарный-шикарный аромат, и, значит, состав у них идет более 30% основа растительного происхождения, 5-15% смесь ароматических и эфирных масел, вот, и, значит, ну, тут вот, да, давайте я вам сейчас прям увеличу, вместе с вами почитаем, да, способ применения, продолжительность, да, толком не написано нигде, да, то есть вот в составе ингредиенты, где какие масла и так далее, но вот я прям, если честно, в шоке от этих ароматов, они безумно приятные, вот, значит, если, так, антистресс, так, тут, значит, идет позитив, так, а вот позитив, тут есть описание, да, свежесть молодой листвы, дополнена миксом фиалки и жасмина, создает атмосферу для удачного дня, наполненного радостью и позитивом. Вот действительно очень приятный аромат. И далее, если честно, больше ничего не нашла. Вот ароматические спреи мне еще не пришли. Вот. Композиция из нежных цветков чувственной амбры, теплого сандала, создает атмосферу для глубокого отдыха и расслабления. Black Amber, да. Вот тут сакура написано что-то, да. То есть, ну, тут не очень понятно, да. Но это средство на основе французской технологии. Я не могу полностью описать ароматы, потому что их тут как-то вот они странно описаны, их особо не описали. Но, с другой стороны, это просто огонь. Эта линейка просто огонь. У меня 7 комнат, мне их надо 7 штук, плюс ванну, плюс туалет. Я обожаю, когда дома классно пахнет. Я обожаю ходить и ощущать все вот эти вот ароматы. То есть мне нравится. То есть если в спальню, да, я ставлю, допустим, поставила антистресс и поставила 2 палочки, да, то есть 5 я не ставлю. Я просто сюда вот так вставила, чтобы вам показать, что их 5 штучек идет в упаковочке, да. А вот, например, такие промежуточные моменты, как, например, прихожая, да, то есть там можно поставить позитив или энергию.
они уже там не помешают. В туалете можно там поставить позитив энергию, можно поставить на кухню позитив энергию, да. А вот там, где мы спим, одна-две палочки, в принципе, будет достаточно. Просто наишикарнейшие ароматы, мне не все понравились. Позитив, он более такой цитрусовый, поэтому он более такой, знаете, ну, не хочется под позитив засыпать в спальне. Почему? Потому что мне кажется, что все равно вот эти ароматы масел, они влияют как-то, да, я понимаю, что можно принюхаться и так далее, но я не уверена, что будет спокойный сон. А вот релакс и антистресс, пожалуйста, в спальню самое то. Свежесть, не очень яркая, приятный аромат. Ну, вот знаете, проходите, он чувствуется не слабо, но когда вы находитесь в комнате, вы перестаете его ощущать. Но когда люди приходят, гости говорят: «Аня, чем у тебя пахнет? Что за аромат? Откуда так вкусно?» Да, то есть люди ощущают, и это классно. Прихожу с улицы, я сразу вот этот позитив ощущаю в прихожей, я чувствую этот аромат, и мне очень нравится, что мой дом заиграет вот такими натуральными классными ароматами. Я счастлива, я вам рекомендую эти ароматы, они действительно прям в самое сердце. Далее, конечно же, не без чаев, не без наших любимых каш. Во-первых, вот такую кашу заказала, люблю, прям обожаю эту кашу. Так, где что-то артикул? 161.13. Обалденная каша. Да, вот прям фокусирую вам. Ставьте паузу, читайте. Прям супер. Супер состав, и она вкусненькая. И на воде, и на молоке. Она вкусная. Далее, конечно же, вот такие вот сичи. Наш самый главный фаворит. Самый главный фаворит — это вот этот, фисташковый с ромашкой. Но я еще заказала ванильное яблоко для разнообразия, ройзбуш ванильный с шалфеем и стевией, восточный чабрец, землянично-медовый и апельсин специй сейра. Потому что мы живем вместе с мамой, папой, дочкой. Я очень люблю гостей. И, конечно же, когда даешь ассортимент чаев, спрашиваешь, какой хочется, они удивляются, как здорово и классно. И мне нравится угождать гостям. А так как у нас дома не было 2 месяца, все припили, практически все закончилось. Ну и вот, пожалуйста, заказала я ассортиментище целый. Ну, в пачке 20 пакетиков, поэтому, я думаю, немного. А далее, кофе молочные отборные сорта. Молотый, вернее, божечки ты мой, что я говорю? Да, артикул 16.047. Он идет мягкий, в нем больше не кофеина, а теобрамина. Из-за этого он не такой прям крутой. Да, добрый день именно, есть еще доброе утро. Это порошок, это уже молотый кофе. Мы думаем над покупкой кофемашины, но пока у меня некуда, к сожалению, ставить. Вот недавно заказали новый холодильник, новую стиралку и соковыжималку, да, там для печени, чтобы было полезно, нужно выжимать сок моркови и сок свеклы, да, поэтому вот будем пить всей семьей. Далее, конечно же, такой вот кофе, не всегда хочется заваривать, ждать, поэтому вот по-быстрому такой, 16.049, свекру меня больше любит доброе утро, он его пьет, а я вот пью вот такой вот добрый день. Мне нравится, что в нем поменьше кофеина, потому что я кофеманка, очень люблю, ценю, уважаю именно кофе, за вкус кофе, а не за его способность, да, дать в голову, чтобы мы как электровеники забегали. Далее соль. Я ее сразу заказываю по 10 штучек. Это обычная соль, без всяких приправ, потому что, ну, приучена я с детства, да, то есть без всяких приправ жить и нормально, и я не люблю приправы. Далее, значит, 161.46 артикул. Чем эта соль хороша? Тем, что она идет на 30% меньше натрия в ней, содержит коллаген и содержит пищевые волокна. Я не знаю, насколько коллаген выживает в супе, да, когда мы суп кипятим, солим и так далее, но вот когда мы делаем какие-либо салаты, да, то есть там солим окрошку, еще что-то, мне кажется, что это самое то, коллаген там точно остается, и мы его точно принимаем. Дальше, вот такие вот батончики классные. Это батончики уже идут не повидельные, как в прошлом обзоре, они уже идут более-менее такие вкусненькие.
И у меня семья их тоже любит. Я приехала, вообще не было ни батончиков, ничего, вообще все съедено. Потому что мы были 36 дней на юге России. А потом, да, возили дочку на интенсив, вы все это знаете. А потом, значит, вот они такие, да, прям злаковые, классные. Реально вкусные, прикольные, да. Все, не буду сейчас распечатывать, потому что обзор снимаю вечером, столько не скушать на ночь. Вот, но они действительно стоящие и приятные. Самое классное, что все, что я снимаю из еды, это натуральное, во-первых. Во-вторых, оно без сахара. А в-третьих, оно действительно полезное. Вот 68 калорий в одном батончике, 4 штучки по 25 грамм, 100 грамм такая получается упаковочка. Артикул 160-60. Вот такие батончики. Далее с артикулом, это, кстати, один из моих любимых, с артикулом 16058 идет мюсли, банан, амарант. Не знаю, как выглядит амарант и какой на вкус, но мюсли, банан я очень хорошо чувствую. Тоже 4 штучки в упаковочке. Далее, значит, мюсли, вишня, макка 16059, тоже 4 штучки в упаковочке. И вот такой прям кокосовый батончик. Они тоже идут без сахара. Один открою, потому что меня тут девушка наругала, говорит, я терпеть ненавижу кокос, заказала, а там один прям кокос. Я говорю, ну-ка, зачем вы заказываете, если кокос написано? Он прям очень сильно кокосовый, он полностью из кокоса, да, видите, это все кокос. Баунти, райское наслаждение, да, только без шоколада и без сахара, то есть полезное райское наслаждение. Кстати, мы были на острове Саона, где снимали рекламу Баунти. Ой, ну и красота же там, классно. Так, значит, 120 грамм, тоже 4 штучки по 30 грамм. Так, 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 артикул 16065. Четкие батончики, очень не сладкие, и мне это нравится. Вот эти все батончики, они не приторно сладкие. Далее, вот такие вот обновленные новинки. Уже попробовали, в принципе, все понравилось, все здорово. Этих вообще уже полпачки израсходовали, потому что сейчас слякоть, то снег выпадет, то снег растает и так далее. В общем, вы понимаете, какая у нас сейчас в Кирове чача. Сегодня у нас минус один, хотя уже было минус 6, и снег так хорошо лежал, похрустывал. Все, снег практически закончился. Вот, и такая пачка у нас одна лежит в прихожей, 30 штук. Значит, артикул 30551, но они очищают не только обувь, да, но они еще и очищают, получается, кожаные изделия все. Придают мягкость, блеск, рекомендованы для очищения сумок и обуви, антибактериальный эффект, не оставляют ворсинок, разводов. И самое прикольное, что они чистят и предметы интерьера, мебели, сумки, ремни, перчатки, куртки, обувь. Без разницы, они справляются очень хорошо с этим делом, поэтому они у нас прям в прихожей лежат, там, где губки для обуви, спрей для обуви и так далее. Да, вот я прям туда их вот убираю. Но иногда я их оттуда достаю, чтобы протереть свои такие стулья. Стульчики, обтянутые кожзамом, у меня на кухне стоят стульчики, обтянутые кожзамом, и стоят два таких пуфика тоже мягких, клевых, они из натуральной кожи идут, и я вот этим делом их протираю, потому что они полностью белые, да, то есть там не молочные никакие, а именно белые идеально, и их приходится, ну, раз в недельку точно протирать. Дальше, значит, влажные салфетки чистящие универсальные с антибактериальным компонентом, цвет, вкус, запах вроде бы не особо поменялся, артикул 30550, также немножко подсушивают руки, есть у них вот такой грешок, но они убирают все, пыль, грязь, жир, шерсть, бытовые приборы, потому что они пропитаны какой-то вот такой эмульсией, которая все это убирает и моет. Очень здорово. Для меня лично незаменимо, потому что я с утра люблю. Пришла за свой рабочий стол и все протерла. Клавиатуру, мышку, сам стол. Да, то есть и сажусь работать за чистенькое место. Мне это очень нравится. И для меня это ощущение чистоты очень дорого. Далее, влажные чистящие салфетки для экранов мониторов. Тоже 30 штук. Тоже нужная штукенция. Они, кстати, у нас вообще закончились. Я не знаю, почему я заказала одни, потому что, ну, одни будут лежать у меня, никто ко мне не пойдет их брать, чтобы протереть, например, монитор там в комнате мужа, монитор в комнате дочки, да, то есть там зеркало в комнате свекрови, все равно нужно их побольше заказать, я потом закажу. Артикул 30249. Вот такая красота.
Далее тоже не новинки уже, но это чаи. Чаи, которые мы любим, которые завариваются уже. Они идут прямо с кусочками фруктов, с кусочками имбиря, с кусочками апельсина. Они действительно вкусные и классные. А, значит, первый чай с ломтиками ананаса, апельсина и какао. Второй чай зеленый. Если вот это черный, то вот это вот зеленый, с кусочками имбиря и меда. И третий чай с ломтиками ананаса, кокосовыми семенами чиа. С имбирем и медом у меня пьет только свекр. Я, к сожалению, не люблю. Ой, нет, он черный, ребята, я обманула вас. Да, то есть тоже классные чаи. Значит, 16.034 апельсин какао, 16.036 имбирь и мед и 16.035 ананас и семена чиа. Так, далее, Биоси, комплекс антигель. Очень крутая штука, кто не знает, то это антипаразитарный комплекс, крутой комплекс. И периодически, даже если вам кажется, что у вас все в порядке, его нужно обязательно пропивать. Конечно же, да. Особенно, знаете, вот когда там, ну вот мы ходили с дочкой, да, со старшей, с младшей, да, ходили, проверялись. И говорят, нет, у вас все хорошо. Проверяемся у нашего доктора на аппарате, она находит. Что-нибудь да находит. Поэтому вот этот вот комплекс антигель, это очень крутая штука. Она мягко все делает, она улучшает кишечник, все вот это вот, да, желудочно-кишечный тракт, все такое. И я прекрасно понимаю, как это ценно, да. То есть, ну, те, кто хотя бы немножко в этом разбираются, я думаю, это подтвердят, потому что антигель штука очень крутая, да, с удовольствием попьем. Так, артикул у него что-то я найти не могу. Артикул 8107, да, то есть они приходят вот так. Это такие вот таблеточки, которые мы можем целиком проглотить, не рассасывать, ничего, все будет в порядке. Угу. Значит, обратно пока засуну. Запах у них какой-то такой, знаете, сладенький, все такое прочее, но смотрите, мне вот мой доктор объясняла и говорила, если ты будешь пить антигель, обязательно, прямо обязательно нужно пить очень много воды, потому что организму нужны силы все это выводить. То есть, если мы начали пить антигель, будьте добры, хотя бы 3 литра воды в день, чистой. Ни супа, ни компота, ничего-то там, да, еще там чай без сахара, еще что-то, чистой воды в день, качественной, чистой воды. Тогда все будет хорошо. Ну, мы воду заказываем у водовоза. Я надеюсь, там хорошая вода, да, то есть плюс еще наш коралловый кальций туда кладем в эту воду, да, то есть вот я заказала, прям для всей семьи, всем мамам, всем папам, дочке, себе, всем заказала. Это важно, особенно, мне кажется, детям, но тут не написано, что можно детям, поэтому тут в обратную связь сразу обращайтесь. Далее, комплекс К2-Д3. Мой врач сказала, что это прям необходимо сейчас всем пропить, потому что такая классная штука появилась и по очень хорошей цене. Вот эти вот все средства, да, аптечные за 300-500 рублей, она мне объяснила, что это все фигня, и только в нормальных сетевых компаниях есть такие вот хорошие, действительно дорогие, хорошие витамины, которые действительно нужно принимать. Я не буду сейчас слушать вот эти все комментарии, кто говорит, ой, я за 300 рублей купила, ну, я не знаю, сколько надо пить. Этот комплекс, он не дешевый, но я понимаю, что он мне нужен. D3 нужно пить с утра, потому что он дает энергию, и если его выпить на ночь, то можно не уснуть, да. И К2 это для сердечка полезно. 208-115. Пока заказала 3, потому что заказ у меня был около 500 баллов в этом каталоге, и я просто больше уже решила не заказывать. Ну куда столько много, но все равно заказала VIP новинки. Надеюсь, что у меня хватит времени оплатить их в следующем каталоге, чтобы хотя бы на следующий каталог немножко баллов перешло, да. Так, дальше комплекс омега-3. Хорошие тоже дорогие витаминчики. 8109. Это качественная, клевая омега-3. Она содержит витамин D, витамин А и витамин Е. То есть тут прям смесь такая суперская, да. То есть его можно пить детям от 3 до 7 лет. Вот есть, да, тут дозировочка. Так, давайте-ка я увеличу, чтобы вам было удобно видно. Да, все. Детям от 7 до 11, да, и взрослым.
Ну, то есть вот процент от рекомендуемой суточной потребности. Тут все прям указано. Возраст, прием 4 капсул, рекомендуемая суточная доза обеспечит поступление. Да? То есть и вот ПНЖК, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, да, 644 МГ, 4 капсулки. Ну, то есть вот так вот. Все увеличу, потому что это здоровье, поэтому читайте, смотрите, может быть, вам нужно меньше, это важно, да, BSC, да, комплекс омега-3, именно 3, да, и вот состав, рыбий жир, пищевая добавка и так далее, тут вот есть что-то, да, рапсовое масло, лецитин, очень хорошая штука лецитин, я его отдельно принимаю, вот когда начинаешь болеть, лецитин нужно пить обязательно, вот, вот. В общем, все видите, да, то есть тут без комментариев. Без комментариев, потому что я не доктор. Единственное, что хочу сказать, буду пить обязательно, но не имею права советовать. Почему? Потому что, во-первых, я не доктор, во-вторых, я не знаю ваши предпочтения, да, организма, да, предпочтения вашего организма, что вашему организму сейчас не хватает. На данный момент я вместе с К2 и Д3, К2 и Д3 я уже заказывала, я уже их принимаю вместе с мужем, я еще пью комплекс «Сильный иммунитет», поэтому я не пью омегу, потому что тут омега-3 есть, вот, и поэтому я пью вот этот комплекс. Давайте тоже скажу вам артикул 208.13 и по-хорошему увеличу вот этот вот состав, чтобы вы все видели, потому что иногда вопросы задают, а я не очень понимаю, как ответить, поэтому просто знайте, что такое есть, зайдите на сайт, изучите, да, то есть вбейте артикул 208.113 и посмотрите. Ну, тут, в принципе, все по-русски написано, да. Эхинацея, льняное масло, рыбий жир, да, то есть, ну, тут все как бы есть. Да, комплекс «Сильный иммунитет». Далее легкость очищения. Также вам покажу, что тут есть в составе, да, то есть кошачий коготь, тут экстракт брусники, да. Тоже врач мне сказал, что очень хороший состав, артикул 81.06. Единственное, что она сказала, если не хочется пить, лень пить, лучше вообще не принимать. Обязательно надо пить. Потому что, когда мы пьем что-то очищающее, там, мочегонное, еще что-то, обязательно нужно пить много воды. Это важно. Человек опухает, когда ему не хватает воды, или когда он лежит, у него лимфа встает, да, и получается вот этот вот отек от лимфы и все такое прочее. Вот, поэтому, пожалуйста, смотрите. Все на баночке. Можно еще на сайте, да, вот загуглить 81.06 и посмотреть более подробную аннотацию. Далее такой вот комплекс активный, получается, так вот он называется, да, то есть тут он идет как активный мозг. Мне мой врач сказала, что мужчинам этот активный мозг нежелательно. Я не знаю почему, поэтому она сказала именно мужчинам нежелательно. Капсула 800 миллиграмм, вот количество 65 штучек, артикул 81.11. Я его обязательно попью, как у меня закончится К2, Д3 и вот этот иммунитет. Да, потому что иммунитет свой я подорвала из-за того, что очень много езжу. Вот, значит, такой вот тут и витамин В12, В6, коэнзим Q10. В общем, хороший такой состав активного мозга. Да, прям все, что нужно. Вот, смотрите, да, то есть вот такой вот составчик. Прием 2 капсул, рекомендуемая суточная доза, обеспечит поступление В1, В3, В5, В6, В12. Две кислоты, да, полиненасыщенная жирная кислота, коэнзим Q10 и флавоновые, да, то есть вот гликозиды тоже полезная штука, точно знаю. Да, точно знаю. В общем, берегите свое здоровье. И, конечно, БАДы — это такая штука, когда мы не растрачиваем свое здоровье, потому что уже давным-давно учеными доказано, люди начинают болеть, когда им не хватает витамин, им не хватает каких-либо витамин, и они болеют, и даже вот этот же ковид, да, человек цепляет вирус ковида из-за того, что ему чего-то не хватило, его перебороть, так ведь? Вот, поэтому берегите себя,
Вот, сейчас все это разойдется. Ну, понятно, что это на всю семью мало. Хватит только антигельма на всю семью. D3 тоже мало, 3 баночек. Но я еще потом подзакажу. Вот, пока что баллов уж очень много. Далее, такая вот скатерть. Скатерть, знаете, заказала из любопытства. И у нас же целая такая вот коллекция тыкв. Тыкв была, да? И такая, знаете, плотненькая, классная она. Удивила она меня, конечно, артикул 910-288, размер 150 на 150, 100% полиэстер. Ну, прикольная, прикольная скатерть, иногда что-то вот такое накрыть, посидеть, что-то вот яркое, да, вот эти вот горшочки у нас есть, вместе с горшочками тоже очень-очень приятно, да, то есть, ну, как вы видите, вот предыдущий слой просвечивает, то есть, если у вас какой-то темный стол или с какими-то узорами, вот как у меня, да, там плитка выложенный стол, то оно будет просвечивать. Давайте вот синее что-нибудь возьмем и посмотрим, да, вот степень просвечиваемости. А так, на самом деле, очень красиво, аккуратно скатерть, если стол однотонный, да, если стол однотонный, то получится здорово. И вот эта вот тыква, она должна идти по периметру стола, то есть очень ярко, да, то есть даже обычные белые тарелки уже на таком столе заиграют классными красками. Мне прям нравится, да, то есть вот эта вот тыква, она посередине, и очень много ткани по бокам, поэтому вот так вот. В общем, пока она есть в наличии, кому нравится такое что-то яркое, ну, прям попадание в сердце, да. Далее, такой вот мягкий крем для стоп PSC, артикул 202-706. Я его тоже потестировала, он не густой, не жидкий, да, такой вот классный. И как, в принципе, все кремы PSC, он идет такой вот маской, но потом он просто наидеальнейше впитывается. И получается, ну вот видите, да, очень классный, экономичный, его надо немного. В принципе, да, я понимаю, что крем для стоп, но мне он так понравился, что я им, когда нанесла на стопы, я еще и нанесла и на руки, и везде. Но он клевый, он действительно клевый, и я прям кайфую с него. Запах у него, ну, никакой, можно так выразиться. В Биосе все кремы без запахов идут, это шикарно, в принципе. Вот у меня маме отвези крем Биосе все, она будет просто счастлива, потому что она с любого аромата, причем с любого парфюма, она просто начинает в дикую чихать. Вы представляете, она просто чихает, чихает. Она может целый час чихать, пока вот этот вот аллерген не уйдет из квартиры. Поэтому я даже хочу маме вот заказать таких вот кремчиков, которые ничем не пахнут. Мне кажется, она будет очень довольна. Моя мама, не свекровь, а именно моя мама, которая в Мурыгино живет. Ну, какие нарекания, может, чего-то есть? Нет. Нет? Я их себе взяла, удобно? Зачем, чтобы нарекания иметь? Ну, удобно все. Да. Да? Так, ребят, вот смотрите, значит, на Кате сейчас цвет черной кроссовки, размер 37, идут, Катя, размер в размер, да? Угу. Так, артикул 88-60-63, вот, такие вот они у меня уже были в обзоре, но на Катюшке не были, ей не понравились во время обзора, во время того, как она монтировала мой ролик. Вот, она говорит: мам, хочу такие же. В принципе, достойные, клевые, они идут утепленные, да, ведь, Кать? Угу. По-моему, да, их вот сейчас при ноле можно носить. При ноле. Нога не замерзнет, реально не замерзнет. Так, эти тебе как? Эти посвободнее, они очень интересные. Угу. Дутики такие, да? Да. Так, размер 37, артикул 88-60-27. Без ложечки удобно одевать, да? Да? А тут что? А просто ниточка в руку. Ага. От шнурка. От шнурка. Так, тут, значит, есть штучка, чтобы одевалась хорошо. Петельки, да. Да. Петельки. Так, ну все, Кать, мягко? Угу. Размер в размер. Да. Они, в принципе, свободные, удобные. Угу. Внутри прошиты теплым этим мехом. Угу. Ну, тут бумажка. На большой такой платформе, если вам нравится, ну, как бы, берите. Она тверденькая, чтобы, угу, ходить было удобно. Угу. Ну, просто смысл в зимней обуви от мягкой подошвы. Ну, это не зимняя, это весна-осень. Думаешь? Ну, я думаю, что... Балоневая, да, с утеплением. Думаешь, у них будет зимой тепло? Ну, я думаю, что если это умеренная погода, то есть не холодный какой-то регион, то, в принципе, я думаю, имеет смысл. Угу. Шнуровка, все тут, все дела. Да, ну все, носи с удовольствием.